основная масса, кто хочет уехать, это молодые люди, те, которые снова пользуются интернетом. Здесь, скорее всего, иллюзии. Вот здесь, Николай Михайлович, я соглашусь, потому что, смотрите, что прозвучало: больше порядка, больше перспектив, больше комфорта. Да, это, скорее всего, эйфория, потому что вот я тоже достаточно часто езжу, и если Николай Николаевич в командировке, то я в Соединенных Штатах по полгода жила. Вот. И тоже когда приезжала, знаете, мне говорили, что там не осталось. Да, были такие вопросы. У меня такого мысли даже никогда не возникало там остаться. Я объясню почему. Потому что когда там живешь, начинаешь уже думать на языке. Все вокруг тебя говорят на другом языке, фильмы смотришь. Я ловила себя на мысли, что мне сны снились на английском языке, вы понимаете? Вот, и когда я домой сюда приехала, иду через Новый мост на пляж, веду, и вдруг там стоят рыболовы, ловят рыбу, и на чисто таком, знаете, не литературном русском языке, а у меня так в голове: русские, знаете, родные, да, вот тут я же в России, понимаете? То есть вот такие мысли были. Почему вот эти вот иллюзии возникают? Больше порядка, ничего подобного. Я не хочу сказать, что у них там хорошо, у нас плохо, у них хорошо. Везде приблизительно одинаково. Точно так же американцы переходят на другую сторону улицы, когда видят полицейского, это вам честно скажу. Потому что я своими глазами видела, как в метро полицейские дубинками двух пожилых людей били, вообще непонятно почему. Полицейские были не совсем трезвые. Идиоты, извините, есть везде. Как среди наших полицейских, так и среди их. Ну, у нас, может быть, это сейчас больше гласности стало. Вот, поэтому нам это кажется, потом это наше, оно нам больнее, а порядка, оно везде одинаково. Больше перспектив я тоже не скажу, потому что если едет, например, человек ученый или, например, выпускник МФТИ, за которым уже с третьего курса начинают там охотиться зарубежные фирмы, это одно. Ему будет предоставлено жилье, ему будут определенные условия, потому что, понятно, там чуть ли не треть Силиконовой долины, бывший наш народ. Вот. А обычный человек, когда туда едет, даже с высшим образованием, даже со знанием языков, даже с какой-то сформировавшейся профессией, вы знаете, вряд ли он сможет дальше продвинуться, потому что, как я обратила внимание, к иммигрантам везде относятся очень плохо. Когда я приезжаю и говорю, да, я у вас здесь приглашенный ученый, все со мной разговаривают в одном ключе. А один раз я проэкспериментировала и сказала им, да, я хочу здесь остаться. Вы знаете, вокруг меня сразу образовался вакуум. Потому что они сразу пугаются, что я буду претендовать на их рабочее место. Они сразу понимают, что мы более жизнеспособные, мы умеем выживать, мы менее прихотливые. Потом, почему наших людей любят там принимать? Потому что наши люди соглашаются на меньшую заработную плату. Наши люди соглашаются на отсутствие различных страховок. Никогда ни один американец, ни один европеец не согласится работать в таких условиях, понимаете? Поэтому наших там лучше принимают. Чаще всего на неквалифицированный труд. Или на труд, который требует очень больших умственных, физических затрат, который дает не очень большую отдачу. То есть помощником каким-то вас возьмут с большим удовольствием, да? А начальником вряд ли вы станете иммиграцией в первой волне, вот там второе, третье поколение, да. Поэтому говорить о том, что там замечательное трудоустройство, ну это иллюзия, понимаете. Единицы могут там себя реализовать.